Российский певец Валерий Меладзе оправдался за слова героям слава, сказанные в ответ на слава Украине. На своей странице в Инстаграм он заявил, что любит и украинцев, и россиян, поэтому он не хочет кого-то из них ненавидеть. «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие, и ради этого я готов отдать все силы», — сказал Меладзе. Недавно Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае вступил в диалог с гостем. Сначала говорили о композиции «Салют Вера», а потом вспомнили об Украине. Слава Украине, браток, сказал гость. Героем славы ответил Меладзе, подняв рюмку. О, красавчик, обожаю, обнимаю, эмоционально крикнул автор ролика. В России назвали это предательством. Теперь депутат Государственной Думы Сергей Миронов и член Совета Федерации Елена Афанасьева требуют лишить артиста гражданства. Он сидит на двух стульях, пытаясь урвать со всех сторон, пора бы определиться. Хотя, судя по этому поведению, этот артист свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Миладзе всех званий, что есть у него, это будет честно и справедливо, заявил Миронов. Напомним, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, Валерий Меладзе публично призвал прекратить боевые действия и вывести войска из Украины, он заявил, что произошло то, чего никогда не должно было случиться. За антивоенную позицию Меладзе стал запрещенным в России, артиста внесли в черный список. Позже появились слухи, что Меладзе покинул Россию, но недавно он выступил в московском клубе вместе с бэк он исполнил песню «Океаны три реки». При этом российские пропагандисты недовольны поведением Меладзе, они считают, что артист наживается на гражданах страны, действия которых он осуждает. Настоящий ад начинается в российском шоу-бизнесе из-за войны, но пора уже что-то делать для того, чтобы остановить войну, а не просто говорить.